Альф – это крупнейший дилерский холдинг в России. За 30 лет работы компания стала одной из первых по продажам автомобилей с пробегом. Достичь таких высот дилерский центр смог благодаря профессиональной команде. Сотрудников фирмы волнует не только бизнес и личностный рост, но и благоустройство города, в котором они живут и работают. Чтобы обсудить перспективы развития Химок, трудовой коллектив предприятия организовал круглый стол, на который пригласили лидеров движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Инну Монастырскую, Татьяну Кавтареву, Артура Каримова, Сергея Малиновского и Владимира Суслова. Мы в очередной раз встретились с трудовым коллективом «Рольф». Трудовой коллектив выдвигал социально значимые инициативы, так как они являются активными жителями городского округа Химки. Естественно, у каждого активного жителя имеется своя инициатива. Сегодня еще раз рассказали трудовому коллективу о нашем проекте «Движение Химки. Интересно жить», что это важно, необходимо заходить на сайт и голосовать, продвигать инициативу. Сейчас ведется перенастройка светофора на перекрестке. Рабочие уже добавили дополнительную секцию на повороты и отрегулировали время работы каждого сигнала. В течение следующего месяца дорожники будут наблюдать за ситуацией на перекрестке и корректировать настройки светофора. Еще одна из инициатив, с которой выступили сотрудники трудового коллектива – реконструкция наземного пешеходного перехода на Юбилейном проспекте. Работы уже ведутся, заключен контракт с подрядчиком, который будет проводить ремонт. Я призываю проявлять инициативу, смотреть, что уже есть в городе, ну и также, конечно, заходить на сайт «Химки. Интересно жить» и голосовать за эту инициативу. На данный момент к движению общественной поддержки присоединились более 230 трудовых коллективов, а химчане выдвинули порядка 2500 инициатив. Все они занесены на сайт hish.online и доступны для голосования.